Ленинский районный суд столицы признал виновной в мошенничестве президента Республиканского общественного учреждения потребителей. Следователи управления СКР по Чувашии установили, что в течение определенного времени Наталья Степанова получала незаконное вознаграждение от владельцев, директоров и сотрудников продуктовых магазинов республики. Выяснилось, что осужденная в ходе контрольных проверок выявляла нарушение правил торговли, но в обмен на вознаграждение она обещала не принимать каких-либо мер по передаче информации об этих нарушениях в соответствующие органы. С октября 2014 по январь прошлого года Степанова вводила в заблуждение владельцев, директоров и сотрудников еще 14 магазинов, где также выявлялись товары с истекшим сроком годности, относительно того, что денежные средства в счет уплаты штрафов за выявленное нарушение, а также в счет компенсации морального вреда и различные юридические услуги необходимо передавать ей, хотя такими полномочиями она не обладала. Указанными действиями потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму свыше 210 тысяч рублей. По уголовному делу, материалы которого только по результатам предварительного следствия составили 12 томов, потерпевшими признаны 14 человек, еще более 100 допрошено в качестве свидетелей. Приговором Ленинского районного суда города Чебоксары Степановой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ей назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.